Приветствую вас, блейдеры, в ином канале, где я рассказываю вам про Beyblade. И с вами я, неугомонный блейдер. Сегодня мы с вами посмотрим двух волчков. Вот таких вот. Рейзинг Рагнарёк, или он же Рахтавор R2, да? Поправьте в комментариях, если ошибаюсь. И Кинг Кербиус, Кербиус К2 или Кинг Кербиус от компании S3. Купил на новом рынке. Этого я уже парня открывал в магазине, поэтому здесь будет довольно легко. Пока этого отложим в сторону. Быстро пробежимся, потому что я уже хочу бои. Бои хочу. Так, ну тут все стандартно, я думаю. Да? Ну, хотя нет, стойте, стойте. Смотрите, какая. Вот такая вот квадратная запускалка. Ничего себе, ничего себе. Так, буква R, A. А, смотрите-ка, смотрите-ка. Да, можно в эту сторону, и походу можно... Что, для левосторонних волчков? Не пойму. Можно в эту сторону. Неожиданно, неожиданно. Так, давайте дальше распаковывать. Rising Ragnarok. Что у нас? Драйвер. Драйвер с подшипником. Подшипник не крутится. Ну, просто прикольный драйвер. Наклейки. А, наклейки нафиг. Диск. Диск, слушайте, а он какой-то, я не знаю... Очень, как вам объяснить, неприятно на ощупь, прям мерзкий, я бы сказал. Фу. А, и сам Рагнарёк, как-то так, погнали, сейчас будем запускать. Давайте проверим мою теорию. Так, что, как, для левшей и правшей, что ли, это сделано? Не пойму, как это так работает. А, нет. Ага! Ничего себе, ребята! Ребята! Вот эта штука, да, смотрите, она запускает и лево, и правосторонних волчков, поэтому сегодня у нас будет еще и камео. Камео, как вы думаете, чье будет сегодня камео такое неожиданное? А вот чье, Legends Freegan. Сейчас мы поставим его для левостороннего боя. И, а, он сейчас вроде стоит в левостороннем, да, бою? Ага, ага, и у нас камео неожиданное. Тестируем его, а? Смотрите-ка. Да, видите, как здорово. Крутится. Странно, но крутится. Так, что-то я опять тут не понимаю, как это работает. Все вот китайское качество, оно подводит иногда. Ну, в общем. Вердикт. А, нет, стойте. Нет, да держится. Не пойму, подождите. Может, не тот режим просто стоит? Может, этот правый? Сложно, сложно. Так. Ага. Вот так вот. Непонятно. Не хочет слетать. Ну, в общем. В принципе. Что? А, этот будет слетать? Нет, не пойму. Да, этот, видите... А, ну все, значит, наверное, все правильно было. У меня режим стоял. Вот этот левый. Так, сейчас. Ага, есть. Готово. Мы сегодня до Кербиуса дойдем, нет? Так, что, пробуем еще раз. Получается правую и левую сторону. Ну, в общем, да, в принципе, работает. То есть, если вы купили волчок от компании S3, да, сейчас я покажу коробку. Вот такую коробку вы купили, нашли в магазине, я купил ее за 200 рублей, то здесь у вас будет запускалка для левосторонних и правосторонних волчков. Ну что ж, спасибо Спригану Легенду, убираем его, или Легенд Сприган. И что, пока мы отложим его. Так, дальше берем и открываем Кинга Кербиуса. Так, моя рамочка Beyblade Burst слетела. Так, открывается он, а, ну он, короче, вот так. Понятно. Коробку даже смотреть не буду. О, смотрите, наклейки специальные. А, нет, это я... Нет, это просто такая штука. Ну вот наклейки. Не надо наклейки. Шнур. Диск. Тоже диск мерзкий. Вот почему-то вот у диск такого шварбата у китайского Вайверна был круче, чем вот этот. Не пойму. Так, драйвер. Драйвер вот такой вот. Неприятного цвета. Не нравится мне драйвер. Так, Кинга потом покажу. И сама запускалка. Запускалка вот такая черная. Кинг вот такой. Ну, Кинг, кстати, не, ну, Кинг классный. Кинг мне очень нравится. Так, что? Ага, запускалка есть. Работает вообще эта штука.
Блин, таким крестом, с хрустом. Да, все работает. Ну что ж, ну что ж. А теперь ставим арену. И сейчас я буду запускать волчков по очереди с их родных запускалок. Сначала у нас пойдет Кинг Кербиус. Погнали. А теперь у меня пойдет Ризинг. А, отваливается. Секунду, секунду, я закосячил. Секунду. Ризинг Рагнарюк или Рактавор. Дали немножко фора Кербиусу, но ничего страшного. Да, вы меня простите же. Ну да, фору дали. Стойте, давайте еще раз. Неправильно это все. Ой, неправильно это все. Сейчас. Секунду. А, все, отваливается. Китайское качество отваливается просто нереально. Ну не могу я закрепить. Ладно, погнали. Раз, два, Бейблейд. И где же ротоборчик у нас? А вот он. Друзья, на этом бою буду с вами прощаться. Качество у запускалок так себе, у волчков, вот конкретно вот у этих двух тоже так себе. С вами был безумно неугомонный Блейдер, и спасибо, что были с нами. Всего хорошего.